Начинается главный поединок турнира MFP-241 во Владивостоке. Кубок губернатора. Тяжелая весовая категория. Сергей Харитонов против Роджерса Соузы. Итак, смотрим и не моргаем. Активно работает ногами. Бразилец на старте. Сергей настроен, конечно же, на нокаут. Набирает вперед Сергей. Роджерс старается упреждать атаки Сергея. Не дожидается, пока тот сблизится и подключит свои могучие кулаки. Активно работает ногами навстречу. Да, Харитонов всегда отличался вот такой прямолинейной, с одной стороны, работой, да, но он всегда напирает, всегда работает первым номером, старается навязывать свой рисунок боя, конечно же, в стойке. Еще один удар по корпусу и ждем боковой удар. Правый боковой от Сергея. Продолжает использоваться джеб активно. Сергей Харитонов, заставляя соперника раскрываться, но огрызается тоже Соуза. Да, при этом не перемещается активно Соуза. Застаивается пока только лоу-кики. Еще один джеб от Харитонова. И что здесь? Через руку пытается попасть и Соуза. Смотрите, как он активизировался. Да, там было несколько попаданий, и Соуза почувствовал, что можно разбить успех. Сергей пытается его бросить. Это не очень хороший признак, потому что обычно Харитонов предпочитает все вопросы решать в стойке. И опять джеб на джеб. Через руку и наотмашь так пробивает Роджерс Соуза. Оверхенд. Осмелел здесь Роджерс. Съедает еще один джеб. Да, кажется, здесь все идет до одного точного удара. И есть попадание от Харитонова. Пропускает мимо себя удар сильнейшей правой руки Соузы. Сергей Харитонов вновь заходит джеб. Ну вот такое ощущение, что достаточно будет одного правого прямого точно в цель от Харитонова, и все закончится печально для Соуза. Но и Сергей тоже пару ударов очень неприятных пропустил. Правый прямой, отлично! И тот самый боковой не заходит. Джеб отличный от Соузы. Соуза пытается работать на опережение, но уже сильно наелся, устал, его удары становятся... Точно в челюсти! Там уже просто руки опустил Соуза, не имея возможности защититься в фулл-маунте. Сергей Харитонов, и это похоже на агонию бразильского спортсмена. Смотрим, сколько еще сил у Сергея. Не вымахался ли он? Надо добивать. Необходимо активизироваться. Пол-раунд еще впереди. И вот сейчас драгоценные секунды, восстанавливается бразилец. Так, что, неужели прием стучит там? Сергей пытается убрать руку соперника и продолжить разбивать его лицо своей правой. Гард закрывается. Да, в итоге решил поработать из гарда. И здесь совсем невысокий темп, подбадривает рефери спортсменов. Но ничего не происходит. И сейчас, скорее всего, поднимутся бойцы. Прекрасный шанс был у Сергея добить здесь и сейчас. А стойки, шансы опять появятся у Соузы. Этого допускать, конечно, не стоит, но мы это увидим. Совершенно точно рефери поднимает бойцов. Сергей немного вымахался. Правый снизу болтает там Соузу. Он не крепко стоит на ногах. Да, причем то ли от усталости, то ли от пропущенных ударов вновь включает свою правую Сергей Харитонов. Еще один удар. И попадает. Ну что, надо добивать? В сознании Соуза, и Харитонов все, начинает его все добивать. Все, технический нокаут. Недоволен почему-то бразилец. Браво, Сергей Харитонов. Большой был простой. 33-я победа оформлена. Очередная победа нокаутом. 22-я уже. Ну и третья подряд. Потому что после поражения в Беллаторе от Чейка Конго в последних двух поединках Сергей оказывался сильнее Фабио Мальдонадо и Тайрона Спонга. И сегодня побеждает также Роджерса Соузу. И спорта Приморского края Жан Анзоревич Кузнецов. Напоминаем, что у Сергея Харитонова бой совсем скоро, в конце сентября, с Грутом из зала Гор ММА в ММА-серии.
И вот сейчас мы посмотрели, в какой форме пребывает Харитонов. Заслуженный мастер спорта Олег Саитов, чемпион Олимпийских игр, чемпион мира. Ну, будем надеяться, что Сергей не получил серьезного ущерба, что никаких травм нет, и мы увидим его на турнире ММС-серии, который, кстати, вы можете посмотреть в ОКО. И следующий турнир вообще на нашей платформе по смешанным единоборствам состоится совсем скоро, 2 сентября. Следите за новостями. Итак, смотрим еще раз, как Сергей Харитонов нокаутировал Роджера Соузу. Хотел оформить именно гангстерский нокаут, вот один удар, и чтобы потом не нужно было добивать, но в итоге не получилось. Запишут победу техническим нокаутом. Но Роджер Соуза безалаберно периодически действовал в обороне. Вставал просто напротив Сергея с опущенными руками. Ну и вот мы видим, это предпоследний эпизод, а вот и добивание. Принимает поздравления Сергей Харитонов. Но сначала официальная часть все-таки. Несколько очень неприятных джебов поймал Сергей Харитонов в этом поединке. Роджерс, coming to the ring. Итак, дамы и господа, время остановки боя 3 минуты и 52 секунды первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time, 3 minutes and 52 seconds of the very first round. Техническим нокаутом добивание одержал победу и стал чемпионом MFP в абсолютной весовой категории Кубок губернатора. Your winner by technical knockout due to the punches. And the new MFP Absolute Weight Category Champion, Governor Cup, Сергей Харитонов! Поздравляем Сергея Харитонова с этим успехом. Он чемпион MFP в абсолютном весе. Он вернулся. И, надеемся, будет радовать нас своим появлением в клетке чаще.